В актовом зале едва хватило места всем желающим принять участие в освящении. Протоиерей отец Владимир в этом учебном заведении теперь не просто почетный гость. В скором будущем он станет еще и педагогом-наставником. В общеобразовательной программе муниципального образования утверждена учебная программа «Управление воспитанием и социализацией». В нее входит предмет «Основы православной культуры». Религия, православие несет именно вот нравственность и несет духовность. Ну, это общепринято, это всем понятно. У нас есть еще предмет, который называется «Основы православной культуры». И мы буквально вот на днях с отцом Владимиром будем разрабатывать взаимодействие именно в этом ключе. И он будет нашим постоянным гостем на этих уроках и на уроках кубановедения, связанных с казачеством. После молебна протоиерей отец Владимир осветил здание школы. По сельским меркам она достаточно большая. Здесь обучаются более 1000 человек. Для самого священнослужителя общение с детьми – это радость. А то, что современная молодежь сама тянется к религии – радость вдвойне, отмечает протоиерей. Еще Михаил Ломоносов говорил: «Плох тот математик, который циркулем хочет измерить волю Божию». Это весьма приветствует церковь в современных условиях, когда система образования идет навстречу церкви, которая имеет потрясающий, глубокий багаж того, как человек должен воспитывать себя и в конечном итоге готовить себя к вечности. Занятия, которые будут проходить в школе по православной линии, не станут обязательными. Посещать уроки православия ученики смогут по собственному желанию. Но, как показал сегодняшний визит священнослужителя в школу, желающих узнать больше о своей религии с каждым днем становится все больше.